Еще несколько десятилетий назад его имя гремело по всей стране. Командующий знаменитой Первой конной армией в годы Гражданской войны, один из первых маршалов и трижды Герой Советского Союза – Семен Буденный. Его называли народным маршалом. В народе его любили, уважали и стремились ему подражать. О подвигах Буденного сочиняли песни, ставили спектакли и снимали фильмы, а его портреты не сходили с газетных полос. Семен Буденный оставался живой легендой до конца своих дней. Но эту славу сегодня все чаще относят к заслугам советской пропаганды. И мало кто знает, что жизнь этого человека была куда как ярче тех были и небылиц о нем, которые дошли до наших дней. Буденный, которого привыкли считать символом казачьей удали, казаком на самом деле не был. Он родился 25 апреля 1883 года. Его дед был выходцем из Воронежской губернии, но перебрался с семьей в местность, заселенную донскими казаками, область войска Донского. Крестьяне из разных регионов искали на юге Российской империи лучшие доли и возможности прокормить себя и своих детей. Однако переселенцам здесь рады не были. Казаки встречали их настороженно и называли иногородними. Судьба иногородних была тяжелой. Им даже приходилось кланяться при встрече с казаками. Позже этот обычай ушел в прошлое. Но приезжим то и дело напоминали, что они здесь чужие. Чувствовали это и буденные. Отец Семена Буденного торговал, нанимался батраком, переезжал с хутора на хутор. У Буденных было семеро детей. Самый старший даже отправился искать счастье в Америке. Семена же ждала другая судьба. Зима 1892 года выдалась холодной и голодной. Чтобы прокормить семью, Михаил Буденный занял деньги у купца Яцкина, но отдать долг вовремя не смог. Девятилетнему Семену пришлось идти работать к Яцкину. Он выполнял мелкие поручения и прислуживал в доме. Грамоте и арифметике его научила дочь купца. Когда немного подрос, Буденный трудился в кузнице и кочегаром на молотилке. В 1903 году Семена Буденного призвали на службу. Он попал в кавалерийскую школу, откуда его забрали на пополнение 46-го Донского казачьего полка. Здесь будущий маршал наконец нашел свое призвание. Вскоре отец получил от сына письмо. «Познаю службу с потом и кровью, но духом не падаю, потому что дело свое понимаю. За меня не волнуйся. Вот когда наберусь опыта, служба пойдет веселее. Я твердо решил стать военным. Чего я дома не видал?» Начиналась русско-японская война. Кавалериста ждала далекая Маньчжурия. В больших битвах Буденному участвовать не пришлось, но пороху он понюхал. Его часть охраняла тылы русской армии от хунхузов. Так называли банды китайских налетчиков, которые действовали на Дальнем Востоке России и в Маньчжурии. Они занимались грабежом и террором, захватывали людей в плен и превращали их, по сути, в рабов. В одной из разведок Буденный взял в плен хунхуза и быстро заслужил репутацию храбреца. После завершения русско-японской войны Буденного перевели в Приморский драгунский полк под Владивостоком. Драгуны – вид кавалерии, предназначенный для действий в конном и пешем строю. Драгунские полки в России упразднены в 1918 году. В стране началась революция 1905 года. Рабочие бастовали,
Крестьяне жгли помещичьи усадьбы. Террористы убивали министров и губернаторов. В крупных городах шли уличные бои. Как и большинство крестьян, Семен поддерживал идеи революции, но оставался верен царю и присяге. Когда его спрашивали о происходящих событиях, он отвечал одно: «Мое дело служба». К 1907 году Будённый стал унтер-офицером. Он был не просто превосходным наездником, а служил инструктором в высшей офицерской кавалерийской школе. Он мечтал накопить денег и открыть конный завод, чтобы разводить лошадей, которых очень любил. Лето 1914 года Семен Будённый встретил дома, на Дону. В те последние мирные месяцы он женился на дочери крестьянина Надежде Гончаровой. Но насладиться семейным счастьем молодые не успели. Вскоре пришло известие о мобилизации. Началась Первая мировая война. Путь назад, в свой полк на Дальний Восток, был неблизким, и унтер-офицера Будённого отправили в Армавир обучать молодых солдат. Вскоре Семен оказался в Северском драгунском полку Кавказской кавалерийской дивизии, а бои Первой мировой начались для него в Польше. 8 ноября 1914 года вблизи города Бжезины на Западном фронте Будённый получил Георгиевский крест 4-й степени за захват немецкого обоза и пленных. Затем драгун направили в Персию. Здесь Будённого лишили его первой награды. Произошло это из-за того, что сослуживец Будённого вахмистр Хистанов по какому-то поводу оскорбил и ударил того по лицу, а Семён не стерпел и дал обидчику сдачи. Дороги войны быстро становились привычными. После ряда успешных боев с турками последовал новый приказ – следовать в Баку, а оттуда – на Украину. Вскоре дивизии пришлось проделать путь в обратном направлении. Ее ждал новый поход в Персию в составе экспедиционного корпуса генерала Баратова. Смелостью Будённый не только вернул себе первый крест, но вскоре был удостоен еще нескольких наград. Будённый получил приказ взять языка. Для этого он отобрал 4 добровольцев, и ночью горстка храбрецов отправилась в тыл врага. Группа вышла на небольшой лагерь турецких солдат. Турки мирно спали. Бодрствовали только 2 часовых. Их бесшумно скрутили. Семён Будённый собрал винтовки спящих и приказал им встать. Русское командование получило не одного, а сразу 7 языков. За эту операцию Будённый был награжден очередным Георгиевским крестом. Георгиевский крест не стоит путать с орденом святого великомученика и победоносца Георгия, высшей военной наградой, учрежденной Екатериной II. В 1807 году в Российской империи был учрежден знак отличия военного ордена для награждения нижних чинов – солдат, матросов и унтер-офицеров. С 1913 года он официально именовался Георгиевским крестом. Состоял из 4 степеней. Высшей считалась первая степень. За подвиги на поле боя вручалась и Георгиевская медаль 4 степеней за храбрость. ...1917 год. Дивизия, где служил Будённый, была отведена в глубокий тыл. Тогда же пришло известие, которое потрясло всех. Император Николай II отрекся от престола. К этим переменам Семен Будённый отнесся настороженно. Революционером он не стал, но и не перешел в лагерь контрреволюции. Для России наступили тревожные времена. В октябре на смену временному правительству Керенского пришел Совет народных комиссаров во главе с Лениным. Новая власть начала мирные переговоры с Германией.
Война заканчивалась, фронт разваливался, и после демобилизации Семен Будённый уехал на Дон. А здесь, как и по всей России, разгоралась новая война. Гражданская. Как и прежде, жители разделились на казаков и иногородних. Казачество было за белых, иногородние – за красных. К моменту прибытия Будённого домой, в станицу Платовскую, он уже давно был связан с большевиками и поддерживал их политику. Однако много позже он шутил: «Я решил, что лучше быть маршалом в Красной армии, чем офицером в Белой». Над зданием правления в станице Платовской подняли красный флаг с надписью «Станичный совет рабоче-крестьянских, казачьих и солдатских депутатов». Однако, когда отряд белогвардейцев приблизился к станице, сторонникам революции пришлось покинуть родные дома. Вместе с Будённым ушли его младший брат Денис и еще пятеро земляков. У Будённого был револьвер и шашка, у остальных винтовка и по 4 патрона на каждого. Скоро в отряде Будённого были уже десятки бойцов, а к весне 18 года это формирование насчитывало сотни человек. Все больше людей присоединялось к отряду Будённого, чтобы сражаться против белогвардейцев и иностранных интервентов. В марте сторонники Советов даже провозгласили Донскую Советскую Республику. Но просуществовала она недолго. Начались восстания казаков, а на Дон наступали германские войска. Правительству республики пришлось оставить свою столицу – Ростов. Во время гражданской войны количество казаков, поддерживающих советскую власть, не превышало 20% от их общей численности. В борьбе с белогвардейскими казачьими отрядами красные делали ставку на тех, кого еще недавно казаки называли иногородними. Командиром самого крупного вооруженного отряда иногородних стал Борис Думенко, а его заместителем – Семен Будённый. Тогда никто не подозревал, что двум военачальникам суждено превратиться из соратников в заклятых врагов. Борис Думенко родился в 1888 году на Дону в семье крестьянина, выходца с Украины. В гражданскую войну возглавил Красный партизанский отряд и приобрел славу первой шашки республики. Именно Думенко, а не Будённый, как утверждала официальная советская пропаганда, стал основателем кавалерийских соединений Красной армии. Летом 1918 года в Сальской группе войск на Дону был создан первый крестьянский социалистический кавалерийский полк. В сентябре полк был развернут в бригаду, а в ноябре – в дивизию под командованием Думенко. Будённый оставался его помощником. В январе 19 года при участии командарма Егорова сформировался кавалерийский корпус. Однако возглавлявший его Думенко вскоре заболел тифом и передал командование Будённому. Сам он после выздоровления возглавил другой корпус. С тех пор их боевые пути разошлись до января 20 года, когда Красной армией был взят Ростов-на-Дону. Красные партизанские отряды отступали к Царицыну, городу, который впоследствии назовут Сталинградом, а затем Волгоградом. Через Царицын проходили дороги, связывающие центр России с югом страны, и его оборона имела решающее значение в ходе гражданской войны. Через город шли продовольствие, топливо, боеприпасы. Здесь находились крупные промышленные предприятия, и советское правительство делало все, чтобы удержать его. Партизанам не хватало еды, воды и медикаментов. А казаки всегда отличались выучкой прирожденных воинов. На их стороне было и численное превосходство. Дни обороны Царицына стали важным этапом не только в жизни Будённого, но и всей страны. Именно здесь пересеклись пути Семёна Будённого и командующего Царицынским фронтом Климента Ворошилова. Здесь же он познакомился с Иосифом Сталиным.
Царицын Сталин прибыл, чтобы укрепить оборону города и наладить поставки продовольствия в центральной области страны. Оказавшись в городе вместе с Ворошиловым и членами Реввоенсовета Северо-Кавказского военного округа, он стал наводить порядок в партизанской вольнице. Сталин позаботился о том, чтобы красноармейская кавалерия была снабжена амуницией и оружием. К концу 1919 года в Первой конной появилась новая форма, а полностью буденовцев переодели к осени 20-го. Форма разрабатывалась на основе итогов конкурса, проведенного в 1918 году, в котором участвовал и художник Виктор Васнецов. По эскизам Васнецова были созданы длиннополые шинели с цветными полосами на груди, обозначающими род войск. А вместо папах и фуражек – суконные остроконечные шлемы, по виду напоминавшие шлемы древних русских богатырей, которые впоследствии стали называться буденовками. Буденный стал заместителем командира кавалерийской бригады. В царской армии такую должность занимал опытный офицер, окончивший военное училище. А теперь красных конников вел в бой бывший батрак, не имевший никакого военного образования. Даже став военачальником, Семен Буденный был верен себе и первым шел в атаку. Осенью 18 года он чудом остался жив. Пулеметной очередью был убит его конь. Вместе с ним едва не погиб его ординарец. Зимой 19 года Буденный вместе со своими кавалеристами предпринял рейд по тылам противника и вернулся с многочисленными трофеями. За это он был удостоен ордена Красного Знамени, высшей награды Советской Республики. Орден Красного Знамени, учрежденный в сентябре 1918 года, стал первым орденом Советской России. Им награждали солдаты командиров Красной Армии, проявивших особую храбрость на поле боя. Первым его кавалером стал начальник 4-й Уральской стрелковой дивизии Василий Блюхер. Семен Буденный получил орден за номером 34. Вскоре после получения награды Буденного ждала и скорбная весть. От тифа и пневмонии умер отец. Через несколько месяцев от раны, полученной в бою, скончался и младший брат Денис. Смерть, голод, холод и эпидемии – таковы были реалии гражданской войны. Точное число погибших в годы гражданской войны неизвестно до сих пор и может быть определено лишь приблизительно путем подсчета разницы между численностью населения в 1917 и 1926 годах. Она составила 5 миллионов 750 тысяч человек. Это примерная величина безвозвратных потерь в гражданской войне, включая смертность, напрямую не связанную с военными действиями, голод, эпидемии и всеобщий террор. В одном из весенних боев командующий 10-й армией Александр Егоров получил ранение. Буденный всего несколько месяцев служил под его началом, но успел проникнуться симпатией к бывшему подполковнику царской армии. Увидев, что Егоров упал, Буденный бросился к командующему и начал его перевязывать. Пройдет меньше 20 лет, и арестованный Егоров будет вынужден давать показания против Буденного. Зимой 19 года казаки объединили свои силы с Белой добровольческой армией генерала Антона Деникина. В июне 19 года под ударами Деникина пали Харьков, Екатеринослав и Царицын. Белогвардейцы двинулись на Москву. Судьба советской власти висела на волоске. Этот период большевики называли самым критическим моментом революции. За несколько месяцев войска Деникина дошли до Орла. Под угрозой оказалась Тула. В Москве уже готовились к эвакуации государственных учреждений. Но в боях под Орлом Красная армия одержала победу. Белогвардейцы отступили.
19 ноября 1919 года Сталин подписал приказ о переименовании конного корпуса в конную армию. Командующим армией был назначен Буденный. Членами Реввоенсовета – Ворошилов и Щеденко. Так родилась легендарная Первая конная. Первая конная армия была создана на базе Первого конного корпуса за счет присоединения к нему других частей. Помимо нескольких кавалерийских дивизий, в Первую конную армию вошли 4 бронепоезда, автобронеотряд, авиагруппа, а также стрелковые дивизии. Общая численность армии доходила до 17 тысяч человек. Победы конного корпуса Буденного над белогвардейскими войсками генерала Деникина под Воронежем и станцией Косторная позволили Красной армии продвинуться на 250 километров и ускорили разгром противника на Дону. В январе 1920 года красноармейцы заняли Ростов. Когда красные кавалеристы входили в город, на улицах мальчишки еще продавали газеты, в которых сообщалось о новых победах белогвардейцев. В Ростове Буденный вновь встретился со своим бывшим командиром Борисом Думенко. Но не прошло и месяца, как Думенко был арестован и отдан под суд по обвинению в антисоветских настроениях и убийстве комиссара корпуса. Буденный, вызванный в качестве свидетеля, заявил трибуналу, что Думенко встретился с ним в Ростове и убеждал его примкнуть к белым. Ворошилов и Щеденко это подтвердили. По приговору трибунала Борис Думенко был расстрелян. Многих бойцов поступок Буденного привел в негодование. На митинге буденовцы даже освистали своего командарма. Но и 40 лет спустя в своих мемуарах Семен Буденный продолжал настаивать на виновности своего первого командира и утверждал, будто Думенко лишь ждал момента, чтобы увести свой корпус к белым. После разгрома армии генерала Деникина Буденного вызвали в Москву. Здесь он познакомился со знаменитым певцом Федором Шаляпиным, песни которого очень любил. Буденный принимал знаменитость с простым солдатским радушием, угощая певца сразу и шампанским, и донским салом. У самого Буденного был отличный слух. Он играл на разных музыкальных инструментах, а особенно виртуозно владел гармонией. До наших дней дошла грампластинка «Дуэт баянистов», где партию гармоники исполняет Буденный, а партию баяна – известный баянист Григорий Зайцев. Танцевать Буденный тоже любил. На одном из официальных приемов во время заграничной поездки среди советских военных умением танцевать блеснул только Буденный. После этого случая в программу обучения в Академии Генерального штаба было решено добавить новый предмет – танцевальную подготовку. Вскоре Буденный снова отправился на фронт. Его первой конной предстояло сразиться с армией Польской республики. После Октябрьской революции советское правительство аннулировало царские договоры конца 18 века о разделе Польши между Россией, Пруссией и Австрией. Образованная в ноябре 1918 года Польская республика сразу вступила в войну со своими соседями – Германией, Западноукраинской народной республикой, Белорусской советской республикой и Советской Россией. Весной 1920 года польская армия перешла в наступление в Белоруссии и на Украине. Заняла ряд крупных городов, в том числе Киев. 5 июня 1920 года кавалеристы Буденного прорвали польский фронт. Поляки оставили Киев и отступали. За ними по пятам шла Первая конная. Путь ее лежал на Львов. Казалось, еще чуть-чуть, и город падет. Но поступил приказ операцию прекратить. Под Варшавой Красная армия потерпела поражение. И буденовцы были нужны на другом участке фронта. Их перебросили к Крыму,
в Северную Таврию, занятую войсками Белой армии генерала Врангеля. На пути в Крым на Южный фронт в армии Буденного царил хаос. Только за октябрь из ее состава дезертировало около 1200 бойцов. Процветали мародерство, грабеж, антисемитские погромы. Командующий Южным фронтом Михаил Фрунзе писал Ленину: «Полагаю, что в лице первой конной мы имеем большую угрозу для нашего спокойствия в ближайшем будущем». В результате 6-я кавалерийская дивизия армии Буденного была расформирована. Ее начальник, командиры бригад и полков отданы под суд. Около 400 бойцов за совершенные преступления были расстреляны. Осенью 20-го года красные изгнали врангелевцев из Северной Таврии, штурмом взяли Перекоп и вступили в Крым, приближаясь к Черноморскому побережью. Белогвардейцы и мирные жители на переполненных кораблях покидали Севастополь, Ялту и другие города, спасаясь от приближающейся Красной армии. В мемуарах Буденный приписывает взятие этих городов своим буденовцам. На самом деле их захватили 2-я конная армия Филиппа Миронова и 6-я армия Августа Корка. 1-я конная участвовала во взятии Крыма, но следовала на расстоянии суточного перехода за армией Миронова. Гражданская война закончилась победой красных. Семен Буденный успел повоевать на Украине с отрядами батьки Махно, а затем отправился в Ростов, в штаб Северокавказского военного округа. Командующим войсками округа назначили Климента Ворошилова. Буденный стал его заместителем. Целых 7 лет не знал он покоя. Первая мировая, две революции, потом гражданская. Приходилось заново привыкать к мирной жизни. В январе 23-го года Буденный вместе с Ворошиловым направился в Чечню. Советское правительство предоставило региону статус автономной области, и по этому поводу в Урус-Мартане собрали митинг. Буденного разглядывали с большим интересом. Горцам нравился командир с орденами и шашкой, украшенной драгоценными камнями. В толпе повторяли «Красный генерал». После митинга гостей пригласили на обед, а чеченская молодежь танцевала лезгинку. Буденный не выдержал и тоже пустился в пляс. Веселье закончилось поздней ночью. Так Семен Буденный стал крестным отцом Чеченской автономной области. После войны армию ждала серьезная реформа. Предстояло восстановить значительно пострадавший в ходе гражданской войны конный состав кавалерии. Теперь Буденному приходилось отстаивать свои позиции не на поле боя, а в кабинетах высокого начальства. Его любимым детищем оставалась первая конная. И во время войны, и особенно после, он боролся за свою армию. Сначала ее хотели расформировать, затем разделить на несколько частей и рассредоточить по стране. Буденного перевели в Москву помощником главнокомандующего Красной армии по кавалерии. В январе 24 года, когда умер Ленин, Семен Буденный вместе с другими командирами Красной армии нес гроб с его телом. После смерти Ленина внутри большевистской партии наметился раскол. Особенно сильной была вражда между Сталиным и Троцким. Зная Сталина еще по Царицыну, Буденный встал на его сторону. Кроме того, Троцкий с самого начала не взлюбил Буденного. Вот что он писал про армию Буденного в 19-м году, после того, как побывал на фронте. «Это настоящая банда, а Буденный – атаман-предводитель. Мое выступление эта банда встретила ревом, а один взмах руки Буденного произвел на них впечатление электрического удара. Это современный Разин, и куда он поведет свою ватагу – неизвестно. Сегодня за красных, а завтра за белых, и они все двинутся за ним». В том же 1924 году в семье Буденного случилась трагедия.
Его жена всю войну была рядом с мужем, служила медицинской сестрой и прекрасно умела обращаться с оружием. Но однажды произошла роковая случайность. В их доме были гости, и жена, решив пошутить, взяла пистолет Будённого. Она приставила оружие к виску и нажала на курок. Пистолет был заряжен. По Москве поползли слухи. Будённый убил неверную жену. Эти сплетни не имели ничего общего с действительностью. Кроме того, Будённые давно жили как чужие люди, прежде всего из-за того, что не могли завести детей. Вскоре Будённый оказался в центре литературного скандала. Его причиной стал выход книги Исаака Бабеля «Конармия». Исаак Бабель – писатель, драматург, журналист. Весной 1920 года был направлен в Первую конную армию в качестве фронтового корреспондента. В своей книге Бабель показал все ужасы войны и те бесчинства, которые творились в Первой конной в 20-м году. Однако буденовцы возмутились. Сам командарм ответил Бабелю статьей в журнале «Октябрь», где обвинил литератора во лжи. Негодовал и Ворошилов. За Бабеля заступился писатель Максим Горький. Будённому с Ворошиловым пришлось отступить, но дискуссия длилась целых 4 года. Гибель жены, сплетни, скандал в печати – все это Будённому пришлось пережить за 1 год. Справиться с ударами судьбы Семёну Будённому помогла новая любовь. На отдыхе в Кисловодске он познакомился с Ольгой Будницкой. Девушка была значительно моложе, но для бурного романа это препятствием не стало. Вскоре они поженились. Ольга не была похожа на его первую жену. Она поступила в консерваторию, а позже стала солисткой Большого театра и выступала под сценическим псевдонимом Михайлова. У нее был сильный, редкий голос – контральто. Дочь железнодорожного служащего, познавшая и бедность, и лишения, она твердо знала, чего хочет от жизни. Она мечтала стать знаменитой певицей, хотела блистать и покорять окружающих. Однако это никак не совпадало с представлениями ее супруга Семена Будённого о семейной жизни, в которой главное – дом и дети. Несмотря на то, что большевики одержали победу в гражданской войне, в Средней Азии продолжалось сопротивление новой власти. Весной 26 года Сталин направил Будённого на борьбу с басмачами, и командарм смог снова заняться тем, что, как он говорил, у него получалось лучше всего – рубать врагов. Басмачество – военно-политическое партизанское движение населения Средней Азии, ставившее своей целью борьбу с советской властью и изгнание большевиков. Начиналось на территории Туркестана и продолжилось на территориях современных Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Киргизии. Сражаться с отрядами басмачей было трудно. Они внезапно налетали ночью, а днем скрывались в горах. Прибыв на место, Будённый действовал решительно. Создавались заставы, подразделения самообороны на случай набегов и летучие отряды. Выбирались породы лошадей, хорошо переносившие климат Средней Азии. Велась активная работа с местным населением. Басмачам предлагали добровольно сдаться в обмен на жизнь и свободу. В короткий срок основные силы басмачей были разбиты. Часть их отрядов ушла в Афганистан. Отдельные стычки с басмачами продолжались еще несколько лет, но Будённый мог возвращаться в Москву. А Туркестанский фронт превратился в среднеазиатский военный округ. В каких бы опасных операциях не участвовал Будённый, на нем никогда не оставалось и царапины. В кишлаке Янгибазар Будённый провел митинг, на котором подробно объяснил населению, для чего Красная Армия находится в Туркестане. После митинга Будённый лег отдохнуть, а когда встал, обнаружил, что полы его шинели в некоторых местах обрезаны. Оказалось, среди местных жителей пошел слух, что командарм заговорен от пуль, а его шинель служит талисманом.
Буденного без преувеличения знала вся страна. Победы, одержанные им во время гражданской войны, принесли ему славу выдающегося полководца. Однако к своей популярности Буденный относился очень спокойно. Один я, как персона, ничего бы не мог сделать. Несмотря на сложившийся образ простоватого командира из народа, навсегда оставшегося во времена гражданской войны, Буденный много читал, общался с известными литераторами тех лет, собрал большую библиотеку и прекрасно понимал, что время не стоит на месте. Военная наука быстро развивалась. Чтобы не отставать от молодых офицеров, Буденному и другим полководцам гражданской войны требовались новые знания. Буденный обратился к возглавлявшему военное ведомство СССР Клименту Ворошилову с просьбой разрешить ему поступить в военную академию. Ворошилов удивился. Все-таки его боевому товарищу было уже почти 50. И посоветовал ему обратиться к Сталину. Так в академии появились особые курсы. Вместе с Буденным за парты сели многие герои гражданской войны, недоучившиеся в силу обстоятельств. Некоторые были ровесниками Семена Буденного. Первый же диктант по русскому языку, написанный военными, вызвал шок. Текст оказался с чудовищными ошибками. Пришлось подтягивать русский, математику, географию, историю. В возрасте 48 лет Буденный совершил первый прыжок с парашютом. Узнав об этом, Сталин устроил ему разнос. Высокопоставленным военным запрещалось даже садиться за руль автомобиля. Поступок Семена Буденного выглядел грубым нарушением партийной дисциплины. Но Буденный сообщил, что прыгать с парашютом требовала академическая программа. Лишь после этого Сталин сменил гнев на милость. В 1932 году Буденный окончил военную академию имени Фрунзе, а через три года стал маршалом Советского Союза. Вместе с Семеном Буденным это звание присвоили еще четверым – Клименту Ворошилову, Михаилу Тухачевскому, Василию Блюхеру и Александру Егорову. Все пятеро сфотографировались на память и снимок напечатали во всех газетах Советского Союза. Но никто не мог представить, что скоро в армии начнутся массовые репрессии. И в живых из этой пятерки останутся только двое – Буденный и Ворошилов. Первым на скамье подсудимых оказался Тухачевский. Вместе с группой военных он был обвинен в попытке государственного переворота. Буденный получил от Сталина постановление ЦК ВКПБ с предложением исключить Тухачевского и его товарищей из партии и передать дело органам НКВД. На постановлении Буденный размашисто написал: «Безусловно, за. Нужно этих мерзавцев казнить». Тухачевского и его приближенных расстреляли. На суде, который выносил приговор, Буденный был членом специального судебного присутствия. В том же 1937 году арестовали жену Семена Буденного. Комиссар госбезопасности Николай Ежов лично сообщил Буденному о связях Ольги с иностранными депмиссиями и ее романе с солистом Большого театра. Буденный ответил, что оснований для ареста не видит, а измена, если и была, дело личное, и разберутся они сами. Поклонники, молодые артисты, иностранные дипломаты. В этих кругах вращалась Ольга Буденная. Она пристрастилась к скачкам и нуждалась в деньгах. Всегда держала при себе программу забегов на ипподроме. К тому времени Буденный с женой жили фактически порознь. Наследствие ее обвинили в шпионаже, любовной связи на стороне и дискредитации маршала Советского Союза. Ольгу приговорили к 8 годам исправительно-трудового лагеря, и Семен Буденный вновь остался один. Самого Буденного не тронули, хотя компромат был и на него. Арестованный в 1938 году маршал Егоров заявил, что Буденный является руководителем антисоветской организации и грозится убить Ворошилова. Такие фантастические показания из него, скорее всего, выбили под давлением. Но, тем не менее, показания против маршала дал тот самый Егоров, которого когда-то на поле боя перевязывал Буденный.
Семен Будённый не только избежал ареста, но и обрел новую семью. Его женой стала двоюродная сестра Ольги, Мария. Маршал был старше ее на 33 года, но именно этот брак принес ему тихое семейное счастье. В 1938 году у них родился сын Сергей, затем на свет появились дочь Нина и младший сын Михаил. Будённый давно мечтал о детях, и его желание наконец исполнилось. После освобождения бывшей супруги Ольги в 1955 году Будённый перевез ее в Москву, выхлопотал для нее квартиру, и она нередко бывала в новой семье маршала. Начало войны Будённый встретил в кабинете наркома обороны Тимошенко. Спустя несколько дней ему поручили командовать резервной группой армии. А на 18-й день войны Семёна Будённого вызвали в Москву для нового назначения. Он возглавил юго-западное направление. «Отвечаете головой за Киев», – напутствовал его Сталин. Киев обороняли войска Юго-Западного фронта под командованием генерал-полковника Кирпоноса, а общее руководство осуществлял Будённый. Битва за столицу Украины длилась более двух месяцев. Красная армия сражалась героически, но ситуация становилась все более опасной. Огромная часть войск могла попасть в окружение. Будённый сообщал об этом в Москву, предлагая отвести войска за Днепр. Раз за разом ему отвечали отказом. После очередного обращения маршала отстранили от должности. Как и предполагал Будённый, сражение за Киев окончилось катастрофой. В котле оказались более 400 тысяч красноармейцев. Из них пробиться к своим смогли около 15 тысяч человек. Будённого назначили командующим резервным фронтом. Предстояло оборонять Москву. Войска несли большие потери. Враг двигался быстро, то и дело прорывая оборону Красной армии. Как мог, Семен Будённый пытался сдерживать напор гитлеровцев. В тылу он не прятался. Однажды его машина попала под обстрел, и маршал едва не оказался в плену. Эти тяжелые бои в ноябре 41-го не раз напоминали Будённому и о Первой мировой войне, и о гражданской. Но молодость ушла, а с ней и азарт лихого рубаки. Назначение Будённого все чаще стали носить представительский характер. Оборону Москвы поручили Жукову, назначенному командующим Западным фронтом. Резервный фронт расформировали, и Семёна Будённого отозвали в столицу, чтобы подготовить неожиданное для многих мероприятие. Угроза захвата Москвы немцами была реальна как никогда. Жителей столицы охватила паника. Неожиданно 7 ноября 41-го все радиостанции сообщили о том, что в Москве на Красной площади идет парад. И принимал парад не кто-нибудь, а маршал Будённый. Прямо с Красной площади танки и пехота уходили на фронт. Этот легендарный парад до сих пор остается символом воли и мужества всего народа. Не менее знаковой была в те годы и фигура легендарного командарма, который на коне объезжал и приветствовал войска. Москва оказалась гитлеровцам не по зубам. 41-й год заканчивался победами советских войск. Впереди был тяжелый 42-й. Весной Будённому поручили командовать северокавказским направлением. Через несколько месяцев ожесточенных боев пал Севастополь. Враг занял Ставрополь, Майкоп, Краснодар, а на Эльбрусе был поднят флаг со свастикой. В августе 42-го Будённого отозвали в Москву и назначили командующим кавалерией. На северокавказском направлении его заменили другие военачальники, которые действовали более эффективно в условиях современной войны. Вторую мировую войну называли «войной моторов». Главными ударными силами были танки, самоходные орудия и самолеты. Но Будённый прекрасно видел, что даже в этих условиях кавалерия вовсе не изжила себя.
Именно при участии Буденного в Красной армии началось формирование конно-механизированных групп. Всадники не бросались на танки и пулеметы с шашками наголо, как принято считать. Они воевали, как обычная пехота, а лошадь стала лишь средством передвижения. Кавалеристы порой проходили там, где не могла пройти техника и где их не ждал враг. Они осуществляли рейды в тылы противника, имея огромное пространство для маневра. Но чтобы кавалерия сражалась эффективно, ее бойцов нужно было вооружить, обучить, обеспечить лошадьми. Эти заботы легли на плечи маршала Буденного. И конница еще себя показала. Первая конно-механизированная группа была сформирована в сентябре 1941 года на Брянском фронте при обороне Москвы. Группы создавались на основе кавалерийских корпусов, которые усиливались танками, механизированными и мотострелковыми частями. Конно-механизированные группы сыграли важную роль и на заключительном этапе войны. А группе генерала Плиева было присвоено звание гвардейской. Кавалеристы Плиева прославились в боях за освобождение Белоруссии и во время битвы за Будапешт. В этих сражениях рядом с командующим группой находился и маршал Буденный. Война подходила к концу. Предпочтение теперь отдавалось молодым полководцам. Бывшие подчиненные Буденного догнали маршала в чинах и даже опередили по количеству наград, став героями Советского Союза. А Буденный свою первую звезду героя получил лишь спустя 13 лет после победы. В 1947 году неожиданно для многих Сталин предложил назначить Буденного заместителем министра сельского хозяйства. Ему поручили курировать коневодство. О несоответствии должности его маршальскому званию Буденный сильно не переживал. Напротив, с энтузиазмом взялся за работу. Наконец ему представился шанс заняться лошадьми, которых он обожал. Семен Буденный даже выпустил научную работу о племенной работе в коневодстве и коннозаводстве. Ему было чем поделиться. В течение 25 лет он занимался селекцией лошадей и вывел две новые породы – буденовскую и терскую. А любимый конь Буденного по кличке Софист впоследствии был увековечен в памятнике Кутузову, установленном в Москве перед музеем панорамы «Бородинская битва». Когда пришла пора отправить Софиста на пенсию в армейские конюшни, Буденный не мог подняться с постели, чтобы попрощаться с верным другом. Тогда был сооружен деревянный настил, по которому коня подвели к маршалу. Близкие, наблюдавшие эту сцену, не могли сдержать слез. Буденный оставался в строю и после смерти Сталина. В 1955 году, в возрасте 73 лет, его перевели в группу генеральных инспекторов Министерства обороны. Маршал находился в прединсультном состоянии, но без службы себя не мыслил. Даже в последние годы жизни он продолжал работать в ДОСААФ, добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту. Заботой Буденного стали аэроклубы, стрелковые тиры и автошколы. Семена Буденного уважали подчиненные, к нему с почтением относились в высшем руководстве страны. Однако неожиданным ударом стала для него реабилитация Бориса Думенко. В 1964 году приговор по делу Думенко был отменен. Вскоре появились книги и статьи о его жизни и подвигах. Эту реабилитацию Буденный воспринял как личное оскорбление. Он звонил в редакции журналов, в главную военную прокуратуру, ругался, писал открытые письма, жаловался в высокие инстанции. Точку в этом скандале поставил ЦК Компартии. Реабилитация Думенко пересмотру не подлежит. Бой с тенью расстрелянного Думенко Буденный проиграл.
В апреле 73 года отмечалось 90-летие маршала Буденного. Рядом с ним были его любимая жена, дети и обожаемые внуки. В Центральном доме Советской Армии в честь трижды Героя Советского Союза, кавалера 8 орденов Ленина и 6 орденов Красного Знамени проходил торжественный вечер. Когда внесли боевое знамя первой конной, весь зал встал. Остался сидеть только Семен Буденный. Встать ему просто не позволяло здоровье. В октябре того же 73 года Семен Буденный умер от кровоизлияния в мозг. У Кремлевской стены, где его похоронили, был дан последний залп в честь легендарного маршала. В истории великой страны, называвшейся СССР, он был не просто символом. Он был самой ее историей. Тачанка, наша гордость и краса, Коломейская тачанка, все четыре колеса.